Сейчас мы сыграем одну композицию с Денчиком, и дальше будем двигаться по знакам зодиака, как мы хотели. Днем рождения, Дэн! Ура! Это правда! Подтверди! Да, это правда! Я делал выступал в Махачкале 30 лет назад. Ровно 32 года назад! Ура! Ребята, спасибо огромное! Сегодняшний концерт был посвящен зодиакальному знаку близнецов. А с нами сегодня был Дима Дирол, Волан Узбенин, Денис Антонов, Дмитрий Внуков, Константин Смирнов и Михаил Маков. Спасибо большое! Денчика еще раз давайте поздравим с днем рождения!